пропонується внести зміни в пункт 1.3 стосовно вартості проїзду в міському транспорті і встановити вартість проїзду 3 гривні. Недоработано управлінням транспорту як організатора цей проєкт рішення. Сьогодні недоцільно приймати тариф 3 гривні саме в комунальному транспорті. ТТУ має бути як соціальна составляюча для житомиря, соціальний транспорт. Я знаю, у вас є проєкт і безплатного проїзду в місті Житомирі, житомирян. Но принять сегодня тариф 3 гривны, повесить на житомирян, некомпетентно сегодня организатор управления транспорта, потому что ничего не сделано для того, чтобы дать возможность ТТУ зарабатывать, дать пассажирам, а пригородные маршруты, это сегодня основное зло, которое не дает возможность развиваться житомирскому транспорту. Выручка ТТУ выросла в среднем на 30%, потому что льготный пассажир пошел в маршрутку и тем самым разгрузил наш коммунальный транспорт и дал возможность людям, дал возможность экономить и пользоваться нашим коммунальным транспортом. И выручка выросла. Сейчас идет вопрос вообще о существовании ТТУ. Потому что если мы заработную плату не поставим минимальную водителю 8 тысяч, а люди с классностью должны зарабатывать и 10, и это как директор школы, и уезжать в Польшу или в Киев и так далее, искать лучшие доли. Поэтому это как раз вынужденное решение. Но с другой стороны, мы одновременно принимаем стоимость проездного проездного. И если человек, житомирянин, покупает этот проездной, у него стоимость поездки будет 2,50. И достаточно небольшое повышение. По поводу пригородных маршрутов, мы работаем с главой администрации, с областью по этому вопросу. И сейчас достигнута договоренность, что мы делаем общую схему движения по городу Житомиру, которая будет учитывать интересы ближайшего пригорода. У нас по проекту была поддержка в начале года, мы считали, на уровне 82 миллионов. Сейчас, ввиду того, что были приняты решения и по по частным маршруткам и так далее, это уменьшило прогноз по поддержке где-то до 50 миллионов до конца года. Думаю, не позже декабря, совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Европейский банк готов дать кредит под этот проект, мы говорим о закупке 50-60 новых троллейбусов для города Житомира. В декабре должна поступить уже первая партия автобусов по тендеру, который объявлен на коммунальное предприятие низкопольных автобусов. В январе-феврале следующая партия 20 автобусов. Поэтому мы будем делать все, чтобы вообще монополистом на этом рынке было коммунальное предприятие. Если мы дотируем с бюджета за счет налогоплательщиков, сегодня коммунальный транспорт для житомирян должен быть бесплатным. Это позиция депутатов, которые готовы на самом деле рассматривать реорганизацию. Я за любое это, кроме банального популизма. Потому что для поддержки полностью, для функционирования коммунального предприятия в такое-то необходимо около 120 миллионов гривен, если мы говорим про бесплатный транспорт. Не о 120 миллионов идет речь. На самом деле, чтобы сделать коммунальный транспорт бесплатным, сумма в год идет около 50 миллионов гривен. Значит, цена на проезд 2 гривны была установлена в 2014 году. При этом 1 киловатт электроэнергии стоил 41,9 копеек. Минимальная заработная плата была 1218, насколько я помню. На сегодняшний день электроэнергия 2,50 за киловатт, минималка 3,200. 39 миллионов это только электроэнергия за год. И 62 миллиона это фонд заработной платы и зарплаты. Ну, если мы сейчас отказываемся от того, что вы говорите, будем даром возить, значит 32 миллиона, которые мы собираем, ну планируем сейчас собрать там, если получится, около 40, может чуть больше, если есть. От этих денег мы отказываемся, эти деньги город должен будет возместить, потому что предприятие работать без денег вообще не может. Ставлю на голосование данный проект решения за основу. Кто против? Кто утримался? Не прошло, да? Перевозчики будут вам благодарны.